не первый и не последний раз титаны рок-сцены Scorpions дают концерт в Ростове. На покой музыканты не собираются. Это в 80-е в Советском Союзе они, как и другие, боролись с цензурой. А сейчас легендарных рокеров ждут в каждом уголке страны. Только на этот раз с Краснодарским симфоническим оркестром. Ростов стал вторым городом в туре рок-звезд. Впереди еще 5 площадок. Все началось в середине 90-х, когда Берлинский симфонический оркестр предложил нам сделать что-то совместное. Итог работы превзошел все наши ожидания. Эта музыка отличается от обычного рок-концерта, да и поклонникам очень понравилось новое звучание. Поэтому мы решили продолжить этот опыт. И мы получаем от этого колоссальное удовольствие. В следующем году у группы «Юбилей 50 лет» рокеры не отмечали круглой даты с десятилетия. По этому случаю выпустят новый бонусный альбом, в который войдут новые, а также композиции, записанные в 70-х-80-х, но так и не вышедшие на пластинках. Еще одним подарком поклонникам станет грандиозный концерт на одном из лучших стадионов современности. We enjoy Rostov, as Klaus mentioned, we've been here many times. I remember we celebrated my birthday almost. Мы были в Ростове не раз. Очень любим эту публику. Я даже отмечал здесь свой день рождения. Мы стреляли из пушек, это было что-то. And what do? We have Scorpions means almost 24 hours, so we don't have much time for hobbies outside. Сейчас мы все время в турне, поэтому не удается заняться какими-то другими делами. Но все-таки иногда получается съездить отдохнуть в какую-нибудь страну. И опять же общение в интернете, как у всех. Иконы рок-музыки прощаться со своим зрителем пока не готовы и возвращаются в донскую столицу вновь и вновь, чтобы дать возможность своим слушателям еще раз окунуться в эту невероятную атмосферу драйва, талантливого и, главное, честного исполнения. Ведь музыка поистине объединяет сердца людей во всем мире.